Питер, даже в Москву. Диалог всегда хорош, он всегда востребован. Прямая линия с Владимиром Путиным. 30 июня в 12:00 по московскому времени. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время», в студии Максим Шарафутдинов и коротко о главном. Всем миром. Приамурье пытается справиться с последствиями сильнейшего паводка. Под угрозой удара стихии соседняя еврейская автономная область. Треть сотрудников без прививки на удаленке и QR-код для похода в кафе или ресторан. В Москве вступили в действие новые антиковидные меры. Поток обращений к президенту за два дня до прямой линии. Какие темы самые популярные и как грамотно сформулировать свой вопрос, расскажем. Равнение на знамя. Первый выпуск в Тульском Суворовском училище. Торжественные построения, медали и аттестаты, а еще историческая реликвия из рук министра обороны. Брейк, буги-вуги и акробатический рок-н-ролл. Большой танцевальный марафон в Сочи. Сразу несколько мировых и континентальных первенств. Как выступили наши? И начинаем с Амурской области. С паводка за сутки подтопленных жилых домов и приусадебных домов стало еще больше. Военные, волонтеры, местные жители все вместе строят защитные сооружения, эвакуируют людей из зоны бедствия и пытаются отстоять то, что еще можно. Геннадий Картелев с места событий. Наш дом в воде. Вся мебель